Добрый день, друзья! Добрый день! Делали ли вы практику 7 дней из глубины? Наверняка кому-то она дается тяжело. Ну как это? Ложиться спать, засыпать в счастье, просыпаться в счастье, не открывать глаза. И вообще, что такое это счастье? И вообще, зачем эта чушь нужна? Ведь так же интересно покопаться в снах и узнать, вот они приснились, а потом это проявилось в жизни. Это же так круто расшифровать свой сон, научиться расшифровывать свои сны. И это же так круто засыпать и думать, прожевывать, как прошел день, где я кого обидел, где там мне было плохо, правда? И планировать на завтра, что я завтра поругаюсь с начальником или еще что-то утворю. Вот, господа, вот эти автоматические программы у человека, когда он находится на низких частотах, когда он пережевывает прошлый день с досадой, планирует, как он будет выкручиваться на следующий день и так далее, это все автоматические программы, когда человек сам в своей жизни создает свои страдания, свои болезни, свои горести, свою старость и так далее. И это все он делает неосознанно. А на самом деле день-ночь – это такой же миг, как вот это мгновение здесь и сейчас, только расширенный. Расширенный на сутки, точно так же, как жизнь-смерть. Это такой же миг, как день-ночь. Они устроены информационно в психике человека по одному и тому же принципу. И если словить вот это мгновение вот здесь и сейчас человеку, который не занимается серьезно психотехниками, практически невозможно, то словить миг день-ночь – уже получается, потому что именно ночью, когда мы проваливаемся в сон, наше коллективное умудряется нам подкачать все то, что мы проживем автоматически. И зависит этот сценарий от того, в каком состоянии вы входите в сон и в каком состоянии вы из него выходите. Принимаете вы нагруженное или не принимаете. А информации действительно подкачивается очень много. Вот эти все вещи, как это происходит, как работает в эти моменты психика, зачем эта практика, 7 дней мы будем рассматривать из глубины, как видится это с позиции психики, это другое восприятие, как видится это с позиции подсознания, надсознания, как загружается информация, каким образом можно осознанно начать работать с мигом через работу с ночью. А вот эти моменты все будут на практикуме 7 дней из глубины в понедельник. Мы приглашаем вас на него, и у вас останется в дальнейшем видеозапись, по которой вы сможете тренироваться, потому что делать практику надо 7 дней. Мы вам даем один день установочный, да, и вы можете с этим видео тренироваться, потому что действительно состояние счастья, когда ты в этих состояниях не жил, не пребывал, зачастую даются человеку тяжело. Вот тебе счастье дается тяжело? Нет. Мне счастье дается легко. Я люблю быть счастливой. А как часто ты соглашаешься на коллективные программы и на выполнение коллективного? Сейчас уже невозможно говорить, как часто, потому что уже просто ловишь мгновенно, улавливаешь мгновенно, когда тебе что-то капнуло в бошку, ты понимаешь, что это. Не мое. Не мое, меняешь. И причем меняешь очень быстро. Просто вот уже можно теперь сказать, что вот это уже меняешь, когда, да, на счастье идет автоматом. Вот то, чего надо добиться именно благодаря практике. Сейчас, переключить автомат. Да, у человека автомат настроен на страх, на негатив. Ой, случится, ой, накажут, ой, Бог покарает, ой. Нет, счастье, счастье, счастье. Научиться переключать – это кусок работы над собой. И это достаточно такие тренировки. Они, на наш взгляд, они простые. Просто надо сделать привычкой. Привычкой, как говорить себе, как я себя люблю, принимаю, осознаю. Привычкой, как делать легализацию чувств. Привычкой находиться в двойном или в тройном восприятии. Привычкой, привычкой, привычкой. Все психотехники, которые у нас в открытом доступе висят, мы предлагаем сделать привычкой. Привычкой, да. Это все речь идет об управлении восприятием. Так вот, 7 дней из глубины – это тоже классно, если у вас будет привычка. И тогда 7 дней превратятся во всю жизнь. А на самом деле достаточно 7 дней, чтобы зафиксировать другую частоту жизни, другую подкачку сценария. И тогда любая история, которая у вас уже начала разворачиваться, которая, казалось бы, уже разворачивается в негативном ключе, раз вдруг сворачивается и разворачивается в нейтральном ключе или даже вам приносит свои бонусы. Но это осознанное управление своим восприятием
и, соответственно, своей жизнью. Этому мы будем учиться в понедельник. И, соответственно, обо всем этом подробно расскажем тоже и ответим на вопросы. В понедельник в 18 часов на стриме у нас будет такой же одноименный стрим, и потом у нас будет практикум. Желающие подключиться, подключайтесь. Стрим будет с канала на YouTube Натальи Зайцевой, а практикум будет с нашей платформы subrition.com. Так и называется «7 дней из глубины». Подключайтесь в понедельник с 18 часов. Ждем вас. Ждем вас.